Всем привет! В этом видео я расскажу о том, какая рыба представлена у меня в аквариуме. Я не являюсь сторонником того, когда в аквариум наваливают много рыбы, причем разной. Поэтому при подборе видового состава я отталкивался больше от соображений практичности и полезности той или иной рыбы. Поэтому у меня представлено всего три вида. Это сиамские водорослееды, атацинклюсы и неоны. Были у меня еще здесь креветки Blue Dream, креветки макробрахиумы. Также были улитки Мелании, которых я со временем вывел. И у меня будет отдельное видео, в котором я расскажу, как я это сделал. И остались у меня улитки-катушки. Вот как бы вкратце все. А сейчас я вам покажу рыбу поближе. И начну я, пожалуй, с одних из самых моих любимых рыб. Это сиамские водорослееды. Сокращенно их называют саи. Абсолютно мирная рыба. Легко уживается со всеми видами аквариумных рыб. У меня их 5 штук. Более полезные рыбы еще нужно поискать. Вот они полностью оправдывают свое присутствие в аквариуме. Они постоянно в процессе, постоянно чистят растения. Для них чистка растений – это смысл жизни. Любят они покопаться в мхах. Вот это мух феникс. Вот здесь у меня есть мох Кристмас. Они его тоже любят. Бывает такое, что в феникс они закапываются полностью. Любят они порыться где-то. Вот, полностью зарылась. С хвостом. Любят они порыться где-то в дебрях, понад задней стенкой, в корнях растений, понад задней стенкой на дне. У меня там тоже есть мох Кристмас. Так что если у вас есть возможность приобрести эту рыбу, я вам очень советую. Так. Следующая рыба, о которой я вам расскажу, это атацинклюсы. Это суммики, которые чистят стекла аквариума, которые чистят растения. Тоже на все 100% полезная рыба. У меня их 5 штук. Рыба абсолютно мирная. Хорошо уживается с любыми видами аквариумных рыб. 5 штук на объем, как у меня, 120 литров, поддерживают аквариум в полном порядке. Единственный есть такой момент, не нужно их ничем подкармливать. Вот они у меня уже живут около года. Хотите верьте, хотите нет, никакой еды я им не бросаю. Потому что если вы начнете им давать какие-то подкормки, они тогда перестанут чистить растения. Они тогда будут просто ждать, когда им сверху прилетит что-то. Поэтому еще раз мой совет, рыбу эту дополнительно не подкармливать. Тогда у вас растения будут всегда чистые, без налета и без грязи. Тоже рыбка очень активная. Они постоянно в процессе, постоянно что-то скоблят. Кроме растений, они любят
поскоблить коряги. У меня здесь несколько коряг. На заднем плане у меня большая коряга стоит, но не знаю, сейчас, наверное, не видно будет ее за растениями. И вот здесь у меня тоже коряга. Тоже всем рекомендую эту рыбку. Если вы ее приобретете, я надеюсь, что вы не пожалеете. И последняя рыба, о которой я вам сегодня расскажу, это неоны. У меня их 25 штук. С точки зрения полезности нельзя сказать, что эта рыба чем-то очень полезна. Скорее всего, это рыбка для того, чтобы оживить картинку. К тому же у меня одна из ламп стоит Акваглоу. Вот под этой лампой неоны выглядят очень эффектно. Синие и красные полоски на них просто горят. Про лампы я сниму отдельное видео, и вы тоже сможете его увидеть. Так, ну вот это по рыбе, пожалуй, все. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, для вас они будут познавательны и интересны. А я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотры. Пока!